Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием для каждого молодого человека. 8 подростков, которым недавно исполнилось 14 лет, получили документ, удостоверяющий личность. Это важная ответственная миссия – вручение главного документа – выпало председателю Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяне Одинцовой. Действительно, это событие не только в нашем округе, это событие в каждой вашей семье. Ваш воспитанник, ваш сын или дочь получает, или внук получает самый главный документ Российской Федерации – это паспорт гражданина России. Вручение паспортов по-настоящему запоминается и является частью патриотического воспитания, считает виновница торжества Анна Машнина, ученица 8-й школы. Торжественное вручение паспорта – это необычно, это запомнится надолго. Поздравить новоиспеченных граждан пришла и Гильда Бот, заслуженный учитель России, почетный житель Одинцовского городского округа, депутат окружного совета депутатов. Вы настоящие граждане Российской Федерации Одинцовского округа. Помните об этом, пожалуйста. И хочу пожелать, потому что вы все учащиеся наших школ, пожелать вам здоровья, счастья, успехов в учебе. Ставьте себе самые высокие цели. На память об этом дне ребята сделали совместную фотографию, гордо держа в руках главный документ в их жизни. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».